поэзии. И, безусловно, очень приятно, что в этот день мы открываем новый пояс с экспозиции, посвященной творчеству нашего удивительного поэта Владимира Владимировича Маяковского. Вагон имеет свою цветовую гамму, это зависит от тематики этого вагона. Но использованы все оригинальные фотографии. Потому что в других вагонах там более активно изменены цвета. Но все это основано на оригиналах из музея Маяковского.